Всем привет, дорогие зрители. Приехал я в район Тоснор, к морю, к пляжу Тоснора. Хочу его показать. Вот такой песочный пляж, очень хороший. Тут душевая часть. На первой береговой линии продается 3-комнатная квартира по очень хорошей цене. Район Тоснор. Здесь подземный проход прямо на этот пляж. Здесь скал нету, мелкий песок. Рядом с этим проектом есть вся инфраструктура для жизни, маркеты, банкоматы, рестораны. Также есть аптеки, турагентство и тому подобное. Там у нас улица, которая ведет к речке Дим, к этим ресторанам. Вот такое здание. Зданию 18 лет. Квартира находится на втором этаже, 2 плюс 1. 120 квадратных метров с отдельной кухней. Есть у них лифт. Айдат здесь 70 лет. Поднимаемся вверх, и сразу у нас первая квартира. Вот такая прихожая тут. Сейчас посмотрим свет. Свет. Вот такие. Здесь у нас отдельная кухня. Холодильник Vestel. Стиральная машинка Beko, столешница у нас мрамор, плита Beko с духовкой вместе. Так, здесь у нас балкон, бассейна тут нету. Так, это вид с этого балкона. Так, здесь у нас санузел без душевой кабинки. Стоит проточный водонагреватель Inveito. Так, в гостиную мы вернемся в конце. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. И просторная спальня. Это хозяйская спальня. Платяной шкаф. Кондиционер старый. Так, здесь минимум 15-16 квадратных метров. Здесь у нас дополнительная спальня. Не маленькая, где-то 14-15 квадратных метров. Тринадцать между ними. Так, здесь у нас балкон просторный. Там улица, с левой стороне у нас Мигрес, под этим зданием ШОК, напротив аптеки, магазин коммуникации и еще несколько разных магазинов. Так. Здесь сторона у нас северная, эта сторона. Время съемки 17:30. И у нас гостиная комната. Вот такая просторная, с таким освещением по бокам. Моторчик заработал. Так. Такая гостиная, которая выходит тоже на балкон. Здесь кондиционер Троник фирмы, новая. Сейчас инверторная, наверное, тоже. Да, инверторная. Жилая площадь в квартире 100 квадратных метров с балконом вместе. Так, и здесь еще покажу вот так.
подвести надо итог. Спальня. Так, дорогие зрители, 2 плюс 1 у моря, береговая линия, подземный проход, очень хороший пляж, мелкий песок, плавный вход в воду. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, так как это центральная улица Тосмара. Зданию 18 лет, квартира находится на втором этаже по российским меркам, а так он считается как первый этаж. Есть лифт, айда здесь 70 лир. Продается с мебелью, бытовой техникой. Цена этой квартиры 67 тысяч 500 евро. Дорогие зрители, такие цены в Махмафларе не на первой береговой линии, на второй или на третьей. Так что это Тосмур. Подумайте о ценах и посмотрите на рынке, какие цены. Так, если вам интересна эта квартира, звоните по номеру, который указан в описании также в ролике. Все, с вами был Агаси, Солнечный Лайнер, район Тосмур. Всем пока-пока.